Всем привет, с вами снова Руслан Захаркин. Мне приходит сообщение, что большие очереди у нас в Чайке. Ну что же, скоро увидим. У меня печальные новости. Сейчас встретил своих знакомых, соседей, которые уже сходили туда и сказали мне, что больше никого не пускают, хотя время 19:05. Бассейн работает до 22, кажется, 30. Что за дела, не знаю, сейчас будем разбираться. Говорят, очень большие очереди. Ну, посмотрим. Хоть конфликт тогда сниму какой-нибудь. Я не знаю. Не просто же так порожняком я сюда приехал. Плохо по одним палатам. Чего? Мы снимать пришли, мы блогеры. Видеообзор, как здесь? Нет, ничего не происходит, мы по акции пришли. Нам сказали проверять, извините, пожалуйста. Ну, списки возьмите, у них же там не так много народу. Я в список не всегда. Вот, ты понял, нас не пускают. А у нас и не было карты. Вы работаете до 11. Да, действительно, я солидарен, как бы. 3 часа еще, почему? Я приехал с купальником. Да, все, да, да, хочу да. Купаться. Я тоже. Да, и я тоже. Все хотим купаться. Все с купальником. Ну что, нет, вызывайте. Ну вы кто? Вот у вас... Вызывайте. Так зачем охрана-то? Здесь нет конфликтной ситуации. Не получается, не получается. Конфликтной ситуации нет, нужна просто администрация. Все. Первые, да, действительно. Первые 500 человек пройдут. Простоите эту очередь, и вас также не примут, и все, и вы так же пойдете. Зачем? Что значит не примут-то? Ну не примут вас. А есть какой-то максимум большой? Нет, почему я должна общаться с начальником охраны? Работать за заказ директора. Вы знаете директора, значит, вы ехали, что так? Директор, как? Директор, он с вами не будет. Администратор вызывает. Администратор у вас должен. Почему? Короче, ситуация выходит из-под контроля. Вот все люди, которые позади меня, приехали зря. Нам не хочет выходить никто из администрации. И, если честно, я хотел оставить положительный отзыв. Зачем устраивать акцию, которую вы не можете контролировать, а потом людей не пускаете? Мы приехали вовремя, а нам отворот-поворот. И никто не хочет к нам выходить. Это неуважение, в первую очередь, к нам. И какого-то юбилея 60 лет. Сейчас все идет в прямом эфире. Да, да, да. Вы смотрите, да. Сколько народу. Вы понимаете, что через полчаса люди. Три раза это будет? Ну, вы что можете сделать? Негатив. Вы нам что предлагаете? Чем вы менеджмент? Вам никто не будет. Времени еще нет. Я держусь. Я держусь до последнего, потому что я готов уже выражаться нехорошими словами. Ну, я все знаю. Почему? Я не пил. Вы сколько классов? У меня высшее образование. Какой институт? РБД. МВД, там всему вообще учат. Всему учат. И теперь вы все знаете? Конечно. А сколько мне лет? А? А что вы не понимаете? А я вот не хочу, чтобы вы тут играли в умника. Давайте я сама-то ничего не будет. Все будет. Сказано вам все. Нет, а вы кто такой, чтобы нам говорить все? Вы никто, кроме охранника, поэтому вы не звоните, правильно говорите, звоните. Уважаемый, кончайте этот балаган. Ты как? Пустите, а? Ты хочешь участвовать в конфликте? Ну вас никто не принимает, все равно не будет. Кто конечно. Вы назовите, ты приехал, потратил все время после работы. Нет, да. Назовите, а я после работы. Менеджер, мы будем виноваты. Дядя, менеджер позови. Чего вы стоите тогда? Кому смысл вашего менеджера позовите? Пусть нам объяснит менеджер, а не вы. Все, пошло, пошло. Все, я, короче, звоню в полицию. Звоните, звоните. Сейчас, извините, извините. Давай, снимайте, снимайте. Мы все, все. Можно я пройду на него? Можно зайти в кафе, купить себе кофе? Короче, все видели сами, камера как бы не обманывает. Все, я звоню в полицию, все, мне надоело это. Не, не Костя, не Славы, смотри, еще Славы. Можно зайти по вечерам? Идем в кафе, мы все-таки прошли. Да. Ну что, какие дальше планы? Так, нам надо право получать. Все, я так понимаю, мы прошли, да? Кое-как. Окей, ладно. Все, мне уже кто-то названивает, боятся, прошел или не прошел. Слава богу, через кафе мы прошли, и теперь мы получаем справку. И, возможно, мы сегодня все-таки попадем в бассейн. Слушай, слушайте, мы все-таки прошли. Да. Слава богу. Мы сделали это. Слава богу. Ой. Осторожно. Где Руслан? Ой.
Кстати, не так уж и холодно, теперь уже и под видео. Ладно, мы найдем место и начинаем плавать. Да. О, хорошо-то как. Мне уже начинает холодать, давайте-ка все-таки прыгнем, я думаю. Вот, девочки фотаются. Привет, девочки. Всем привет. Е, камон, камон. Ой, господи, как холодно-то, а? Как холодно. Ой. А что, с вышки можно? Не верится, очень холодно. Надо согреваться, как можешь. О, пошел в сауну, все, не могу. Все молодцы, кто принял участие в акции. Все молодцы, что прошли мимо охраны. Я думал, что не попаду сюда, скажу честно. Но сегодня будет видеообзор. А за то, что ты меня ударил, парень, тебя выведет охрана, запомни. Я сейчас допускаю большую ошибку, что вынимаю свою камеру из защитного бокса, но здесь так круто. Я хочу, чтобы вы меня слышали и слышали мои крутые эмоции. Ой, просто красота. Чайка. Ух, правда, мое настроение было хуже буквально час назад, пока я не мог пройти мимо охраны. Обход территории. О, господи, как хорошо, сейчас поиграем мяч. Ой, ой, хорошо. Красота. Ну что, играем в футбол? Давай. Давай, я бы так один, правда, сауны. А так можно. Давай. Сейчас поиграем, да. Ой, блядь. Там сауна. Сейчас поиграем в футбол. Пляжный футбол. Что? Бум. Да там сауна, иди туда, да. Там, все там. После сауны тебе не так холодно, но это все обманчиво. Поэтому надо срочно окунаться в воду. В теплую воду, прямо с головой. Конечно, как. Чем ближе голова к воде, тем безопаснее и теплее, разумеется. Красота. Реально красота. Если что, у вас мяч здесь. Вот, мяч. Ну, наверное. Не знаю. Ой. Хорошо. Ой, там вот просто хорошо, стоять. Да. Вот смотри. Да знаю, я знаю. А, прекрасно. Смотрите. Вид, на самом деле, реально замечательный. Я придерживаюсь, чтобы не упасть. Не, определенно, бассейну плюсую, организации этого мероприятия я минусую, честно. Немножко заикаюсь, потому что холодно. Ой. Так что так. А сейчас Руслан споет нам песню. Ага. Да, конечно, он споет песню. Дорога спорта открывает новые вершины. Там деньги крутятся, девчонки и крутые машины. Современный мир жесток, не прощает ошибок. Пока ты не пройдешь воркаут, of the day под Рибок. Мой трек спорт за 2016 год. Надо было, чтобы сводил черни. Я принял для себя принципиальное решение. Пока не будет выводить охрана, я отсюда никуда не уйду. Потому что, вылезая из бассейна, ты чувствуешь такой холод, что хочется вернуться обратно. Ну что? Проплывем дорожечку, протестируем бассейн бесплатно. Левый.
Твое впечатление? Отличное впечатление. Ну, когда вылезаешь, очень холодно. Ну да, я сделаю красиво. Слушай, засними, засними. А. Почувствуй себя. Ой, нет, нет. Тут. Сейчас возьму. Смотри. Я не рискнул прыгать нормально. Ладно, мой оператор замерз. Давай за. Играет кубинская музыка, латино. Мой корень не улетел в United States. Ты пропустил крутой репортаж. Это я обращаюсь сейчас к тебе, Паша Мавриди. Тебе бы тут понравилось. Ты у нас теплолюбивый. Видите, у меня уже рука трясет. Видите, 2 градуса снаружи, 28 внутри, а я думал 32. Чего так холодно? Либо это после улицы так, либо мне просто уже все хорошо. Музон хороший. Самое главное, бесплатно, дамы и господа. Нужно такие темы мониторить и приходить. Да и компания приятная, и музыка хорошая. Йоу. Все-таки типа отзыв снимаем, да? А, да, даже так? Отзыв, да. Ну, конечно. В детском бассейне класс. Да, потому что здесь теплее всего. А ты стоял на охране, кстати? Нет, я пришел сюда в 5 часов. А, в 5? Да, ну, и просто... вас ждал 3 часа. Мы пришли в 7:10, сейчас стояли на улице и не смогли попасть нормально. Вот. Я звал раньше. Ты звал, и я звал тоже. И в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в Твиттере, и везде, где только можно. Давайте тогда насладимся термальными источниками и сходим в баньку, потому что все бесплатно. Все включено, даже видеосъемка. Даже видеосъемка. Вот зачем сейчас разрывать телефонными звонками мою трубку, когда можно было прийти вместе со мной? Вы бы все прошли. Я нашел один потайной лаз, надо было идти не через центральные ворота, где не пускала охрана, а через кафе. Поэтому я здесь, а думал, что будет полная фиаско. Надо всегда верить в себя. Все здорово. Все круто, да? Да. А мимо охраны нормально прошли? Да. А вы во сколько пришли? Мы рано пришли относительно, в 8. Мы пришли в 7. Так, у меня небольшая проблема, сдохла видеокамера, поэтому буду снимать на свой Redmi, потом соединю. Пока что все хорошо, пошел греться в бассейн. Малышка подвела. У меня полностью замерзла шапочка, смотрите, все. Оставил на 5 минут. Ой. Представляете, что будет с моим телом, если я здесь останусь? Я заставлю вас застыть. 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 Поэтому уже надо сваливать. Следующее видео уже будет из раздевалки. Ну, если никто не будет стесняться. А вообще здесь классная раздевалка. И замки крутые. Никаких ключиков, все на браслетах. Это действительно очень удобно. После замечательного бассейна и освежающего душа даже как-то не хочется идти домой. О, спасибо большое. Видите, хорошо быть ведущим. Дают бесплатно. Спасибо большое. Ну, пожалуйста. Да. Да, пожалуйста. Вот, ладно, все, надо переодеваться, делать заключительные титры, ну и, конечно же, снимать концовочку. После сауны, после бассейна, еле передвигаюсь, ей-богу. Жалко, что в темноте телефон плохо снимает, и он не видит моего довольного лица. Но я уверен, что когда мы попадем на свет Божий, все будет круто. Да, чайка нас впечатлила. И с хорошей стороны, но и с плохой тоже. А сейчас пойдем покушаем в какой-нибудь стритфуд. Самое главное после любой физической нагрузки – сбалансированное питание. Ну, мне можно кушать все, что угодно, потому что я слишком стройный, а так это вредно очень. Так что дозируйте свой рацион. Если говорить о моих впечатлениях, то мне очень понравилось. За исключением пары моментов, которые вы видели в самом начале видео. Бассейн теплый,
улица холодная, это как 2х2 равно 4, а не 5. Вот. Поэтому я рекомендую бассейн «Чайка» для тех, кто обладает, конечно же, финансами и кто рядышком живет. Разумеется, те, кто живет, например, в районе станции метро Кунцевская, туда не поедут. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, делайте репосты, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Много интересных моментов, в том числе и драка в прямом эфире. Удачи! По скриптам еще раз приношу свои извинения за качество видеосъемки, а также за звуковую дорожку. К сожалению, снимаю с телефона, потому что моя GoPro временно разрядилась. Но ничего, все основное мы успели заснять. Всего доброго, будьте здоровы!